Да блин, напрягается, пиздец. Доброе утро, уважаемые подписчики. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, пишите комментарии, ставьте лайки. Это наш квартир. Да. Нахожусь вот на базе. Ну и смотрите нарезку видео вчера и сегодня. Всем приятного просмотра. Подпишитесь, поддержите канал. Всем здоровья, добра. Ну и, друзья мои, маленький эксклюзивчик. Валерка Губа нарисовался. Все у него замечательно. Не бухает. Помирился с мамой. Мама даже прописала его. Вроде там делают документы, прописку делают. Вот, устраивается он на работу. Ну и так получилось, что есть работа временная, пока он не устроился на основную. С этой целью, короче, мы пригласили его. И, короче, Валера на временной подработочке немножко там похалтурит. Пожелаем ему оставаться таким же. Посмотрите, как человек выглядит. Вот он сколько, месяц, наверное, у мамы. Все у него замечательно. Всем еще раз огромное спасибо за поддержку, за моральную, материальную. Ребята, от души говорю это. Подписывайтесь на канал, задавайте чаще вопросы. Что интересно, что поменять, что убрать совсем. Поддерживайте таким образом канал. Всегда всем отвечаю. Немножечко сейчас у меня такое падение моральное в душе. Ну ничего, я думаю, все восстановится, все будет замечательно. Всем удачи, добра. Как говорит Олежка наш, хочу поймать канал, подпишитесь, кстати. 736,6. Это вот Валерик Губа приехал. Поменял 11-й модель на двухколесный. 11-й что-то подуставать стало. Приходится вот на двухколесный. Приехал в гости, работает уже, купил себе вот велосипед, занимается спортом теперь, помолодел на лет 42. Че, Валер, как у тебя дела? Дела вообще супер. А что сказать, раз с мамкой помирился, дома живу, все отлично. За огородом слышал, да. Смотришь, да? Да, участок в порядок привожу, а то мама решила его продать. Ясно все. Сейчас сделаем огородик. Правда, к Сереге буду приезжать по-любому. В выходные дни я здесь. Работать тоже надо. А потом соскучился. Ну, на Савеловске поедешь, Валер? Не-не-не-не-не-не. В коем случае. Вот видишь, все-таки мамка есть мамка, правильно, Валер? Ну, естественно. Ну, вот, благодаря все равно всем подписчикам. Кто-то наезжал на меня, чтобы помирился. С Крымским вообще ездили туда вместе. Ясно все с тобой. Ну что, какие у тебя планы на будущее? На работу слышал, да? Это да. Сейчас в первую очередь. Работаю по специальности сантехником в котельной. Все нормально. Работа в прошлом и будущем. Именно он. Называется жизнь. Счастье дано повстречаться внизу еще. Счастье дано для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг. Ослепительный миг, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот миг залетит сквозь столетия, но не всегда. По дороге мне с ним, чем дорожу, чем рискую на свете я.
мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Браво, маэстро! Мама! Так, Манька говорит, кто-то там меня разыскивает. Кто? Да-да-да-да. В синей куртке. Синей куртке, ну, да? Как минимум, синих курток. Каждая вторая. С Олесей он раньше жил. С какой с Олесей? При Олесе, блин. Мне уже вез. С какой Олесей-то? Как это... Олеся, не знаю, какая. С Олесей жил, не знаешь, какой Олеся. А я ее не помню. Ты что пиздишь-то? Нет, тебя не было, тебя не было. А мы уже вместе сюда пришли. А это был, когда я с Валеркой сидела. Ну и чего, и искали, и чего? Твой номер надо. Номер надо? Да мой номер, блядь, полстраны знаю. Слишком известный, чтобы говорить только о себе. Только полстраны. Мой номер, а не дом. Ну, накинь ему. Советский Союз. Мне говорят, ты где родился? Я говорю, в роддоме. Какой-то роддоме? В каком роддоме? Я говорю, ну там-то в роддоме. Где родился-то, бля? Я говорю, как где? Кто родил? Бля, мать родила, кто же еще? Откуда вылез? Ну, бля, я говорю, ну откуда? Туда же и залезли его. Они, ну ладно, ладно. А где ты вчера куда потерялся? Да я поехал кататься. Пьяный, уснул в метро, проснулся на конечке какой-то, на двойке на конечке. Пошел там. А что черное, почему бутылка черная? Полотенце кинул и завалился спать, короче. Это как... на природе, после... да. Какая-то особенность. Хортин. Я раньше вышла. А ты тут, походу, сюда же поехал, да? Что ты у тебя аппарат-то потерял? Да простой тап, простой тапик, Redmi 7A. Ты вчера что-то говорил, да? Да, да, я только связь наладил и общаться хотел. Да не меня ругался. Только. Да, как еще... Ну, пришел, морально сказал ей. Да, все. Да, обругал меня. Ну, я просто обратил внимание к ней, то, что как бы, когда я лежал, она на меня смотрела, я просто обратил внимание. Понял? Ну, я смотрел, это одно. И поэтому я поинтересовался, может, ты видел. Не, на них не взяла, я не возьму. Здорово. У меня свой. Кто там, войдите? Я показывал тебе, какой у меня. Всевышний, блядь. Ты мне объяснил, я пошел. Ну да. А я огорчился, я вчера вообще... А это куда татарин делся? Я не хотела приехать. Ну, где он думал, что будет, то будет. Бог... Он десятку должен быть. Что? Куда он делся? Он вообще-то за деньгами, бля, поехал. За деньгами? Вопрос, нахуй, во сколько вернется или вообще не вернется? Ну, паспорт вот. Паспорт его, нахуй, здесь, все на месте. Да хватит, уже здоров. Пыль прибьет как раз погодно. Первый гром. Да, я... Только что сказал, да? Ну да. Это первый раз я слышал. Где-то в году. Манька, купайся, раздевайся. А, сейчас, разбежалась. Видно, нет? Ага. Сейчас, разбежалась. Ты что там, все на десятки рассекаешь? За 10, да. За 10 тысяч продам. Я еще могу на пятерке уехать. Я еще на пятерке была. На десятке ездит, на пятерке ездит, нахуй. Значит, ну, четверку я не езжу. На тройке я езжу. А если утроем? Пятерка это что за пятерка? Пятерка это идет до Красногвардейской, да? Нет. А куда? Косырка. Ну, я говорю. Километр 148 километр. Какой километр? 148. 148. Да я ездил на нем, он идет до как он называется? До Красногвардейской. Мусы Джалиля. Пятер N5. А это обычная пятерка. Какая обычная пятерка? С Китай города идет. Да? Ну. Ночью. Ночью, что-то мне расскажет. Ну, я ездил на нем. Я там жил в Зябликово, ептень, что-то мне рассказывает. Да,
нами. Ты зябник, а я да что, до конечки еду. Шей королю на голых на росу. Знаю, слышу. Прикольно песня. А у нас водка же, да, там на жопу. У нас есть водка. Есть, это я понял, но там еще должно быть. А там, не знаю, мы его не нашли. Нет, что там было немножко, ты мне сказал допил. Ты допила? Да. Умница. Умница, дочка. И мусорку выкинула. А где мусорка? Я мусорка не выкинула. Я здесь не оставляю мусор. Она допила и мусорницу выбросила. Вот умница. Я пошла в туалет, еще сходила. А, еще в туалет сходила. И что я ей пошла, да? Иди дебали. Да наши в деревню попадали. На кротах ебали. На кротах уяли. Пол этой. Наливай, бульба. Буквы жу. Полусолнутый, да. А что это Валерий этому звоню, бульбашу, трубку не берет. Манька, ты же не куришь. А, ты передаст, там сегодня работаешь. Да. Почему ты всех посылаешь куда-то, блядь? В баню. Всех в баню посылает, сама не ходит. Чтоб не было, блядь, корявых, вшивых и вся остальная хуйня. Кстати, за них сейчас бабки платят неплохие. За что? За вшивых? Да, потом... я слышу, что они лечат туберкулезы его. Охуя себе. Разводил вшейна. Можно разводить его. Бизнес по-савеловски. Развести мандавошек и продать. Надо было черта ханять. Манька, ты знаешь, что ты подпольный миллионер? Танкистов твоих, это, бля, БТРы продадим, да. Маэстро. Люди в курсе, то, что я поженился. На, передай. А, поженились, да, уже? Все? После изнасилования. Пришлось. Суд заставил. Да. Я, говорит, мусор не бросаю. Хуяк бутылку туда. А ты что? Не принято. Что ты пакет трубы? Ну, я бутылку помотала, когда я закинула. Фу, куда я? Да. Так, давай секс групповой. Групповой? Я за пультом. Сейчас. На троих раскинем. Ага, разбежали. А что, пизда жалко, что ли? Ну давай, что ли. Издеваются, да, Мань? Они как могут, так и издеваются. Ну, а разденешься нихуя, все разбегаются, да? Они не разбегутся, они, блядь, мозги. На троих аккуратно. Любой один, блядь, он порвал нахуй, блядь. Всю сраку ее разлупил нахуй, аж трусы выкинул. Малая? Да, брат. А что нахуй? А где они сейчас есть-то? А? Что за? Малая. А где она сейчас есть, Манька, не знаешь? Она была... Она сейчас в другом месте где-то работает. Работает? Да. Пизделечку орёт, как верная, как я слышала. Она же да, передай. Они мне звонили как-то с этим, с Валерой, с белорусом. Ты понял. А, блядь, даже сказали, что Аслану не говори, да? Не, он наоборот Валера говорил, что это... Я, говорит, приеду на днях. Это было пару дней назад. Да. На днях уже прошло. А где они-то? Не знаю. Эти дни проходят, нахуй, а их еще нет. Если бы забыли туалет, то похоже, как резный. Не пейте там. Не-не-не, сунь-кунь-чай, да? Сунь-кунь-чай, вынь сам пей. Вынь пей сам. Нет, так можно заебать и коня родить, покататься потом. Бизнес опять же. Свой конь, представляешь? Не, ну про вшей интересно, да, Манька? Вшей продать, смотри. Говорят, кстати, да, вот этот танкист у нас. Дорого стоит. Купил гребенец. Вшей продать можно? Да, вот братан говорит. Да, говорит, от туберкулеза лечит. Лечебные, ну. У
Маньки, туманьки особые, блядь, сибирские. Ну, ну-ка, ага. Кепку сними. Мы гребень скупим. Нахуй. Найди там пару миллионов у нее. Да, вместе с капель сием. Сколько он? Парик, нахуй, продадим волосы на бабки. Да больше я что найду. Все, давай больше стричь не будем, пускай растет. Там волосы за бабки дают, неплохие, кстати. Еще можно застраховать, и можно уровень. 100? Я тебе говорю, неплохо заживем. Не знаю, на 100 можно выкупить, наверное, вот этот участок, базу купить. Представляешь, мы дверь поставили, да. Это уже хорошо. Стены есть, осталось крыша. Стены есть, смотри, осталось крышу накинуть. И дверь. Дверь принесли, там лежит. А, дверь есть, ну. Двухкомнатная нахуй это. Гулять. Уебать сюда вы. Гулять. Погнали на базу, мы пошли. Соберем, блядь, там. И что там? Конкистадоров. Даже бизнесом пришлось. Он смотрит, где мои денежки, да? Манька, золотая где шапка. Где мое бабло? Где-то у швак лежит бабло. Бля, ну выходи, заболит, бля, кончик есть, блядь. На черном рынке стоит. Бля, я забыл. Можно по одной продать нормально. Я тебе, блядь, не расходил. Что, ласку сделать внутренне, понял? А что у тебя, Манька, с коленкой? Пизданулась пьяная, что ли? Да, твоя нога пиздец. Ох, ёб твою мать. Нихуя себе. Что-то упало, что ли? Не знаю. Не знаю. Утром у меня уже шрам был. Надо я постбрыжку. Она вообще сюда, бля, пришла, бля, босиком, нахуй. Да. Ну, кроссовки ее тут дали, нахуй, бля, шлепки дали, нахуй. А что ты босиком-то? Кто-то в автобусе снял у нее, нахуй. Фу, кроссовки. Блядь. Эти бани. Тоже деньги стоят? Баньки. У нее там, бля, пиздец ходит, пиздец. Табунами? Строится, да? Ебать. А что уже стоят на готове? Давай продадим, что же, тебе жалко, что ли? Держи меня, соломинка, держи, да? Завис там на минимум сидит. Ну, а мы, ты, бацом, захотел. Они тоже похожи на ебень уже. Морально. Они услышали, что их продавать будут, они уже, бля, копья взяли, уже стоят на ходу. Без боя не сдадимся, да? Да. Давай хотя бы парень, что Манька, делись, бляха, муха. Сидишь миллионер, блядь, подпольный. Мужик с бабой, нахуй, лежит. Бля, вот. Мужик все думает, бля, меня ушуши, нахуй, бля, заебали. Что, Маня? А ему, бля, подсоветовали. Жалко, что ли, нахуй. Все говорит, блядь, ну, кому-нибудь голову, бля, свою присунь. Кому? Ну, кому-нибудь свою башку подсунь. Манюш. Говорит, ну, они перебегут, нахуй, еще. Тут лежит, блядь, с бабу зацепил, нахуй, бабе голову, бля, подсунул, нахуй. Стоишь, что это, знаешь, я утром открываю, слышит разговор на голове, нахуй. Сука, говорит, бля. Что разговаривает? Май! Блядь, их было, говорит, 1500, говорит. Слушай, Буля! Ну, говорит, 500 в плен взяли. Картош! А он видит! Короче, наоборот, еще прибавилось. Дай банку! Все, рабство у них там. Кого? Банку, дай. Какую банку? Что он собирает, блядь? А, коробок спичечный. Манька, наклоняй голову и под затыльники, бах, чтоб все осыпались нахуй. Голову склоняешь, хватит под затыльник. На наггетсы собирать будем. Обменяем его. Поехали на базар. На базар торговаться? Да. Китай, там же они же жрут нахуй все, что и движется. Кузнечики, черви, хуеви, там и поебать. И похую, блядь. Похую. Ну да, у нас тоже, кстати, вот купишь где-нибудь там, понял? Беляш купишь два. Бля, можно и все, жирный беляш с мясом. Ну, кошку собрать, не заметил кошек? Где-нибудь тонкий, беляш, 4 покупаешь, кошку собираешь, понял? Ходишь по улице, нету кошек, собак. Когда беляш мяукал, гавкал нахуй, да? Потом сам хочешь гавкать. Я тебе дам такой звонил. Без оскорблений, но это так и есть, юмор. Сарказм. Ну давай, что там, бля, человек штуку подарил. Короче, хочу на Россию на выезд. В баню. Там сделали... А ты хочешь, чтобы в баню отдать?
Да хули, блядь, жалко, что у них 100 штук. Как, не пекарня, а нахуй? Шашлычница. Сейчас говори еще. Не, только кулак вот одна бы была, а чуть дальше вторую сделай, пересамую. Вот его вторую. Ну хватит, идиотка там. А, это не звать. На самом деле, продать-то можно же. Там, блядь, ну шашлык, машлык там, все это, блядь. Они оказываются а там все бухими, да? Ходит там пиздец, да? А она там, ну, урол такой, блядь, здоровый, нахуй. А там шкур собачья. Картошка. Жрают, шмон это. Картош. Мухи, блядь. Картош. Это, картоша, блядь. Найди его, блядь, пару, блядь, хотя бы танкисту, блядь. И свои добавь еще. Я своих нету. Это трубочку, блядь. Я чему дам, блядь, положу. Трубочка, есть же колы пить? Полисал. Ее спалили нахуй за нас сразу. Смотри там ее в шапке. Блядь, банка где? Ну, манюешь. На, плотни в стакан. А что они плюют-то, блядь? Там этот, там все русские. Там нет отдельного государства. Они там стену построили китайскую. Одни русские. Не домашние. А где Молдова? Осаду делают. Орда. Обороняются, да. Что мне надо? Мне вот твоей ничего не надо, но мне надо танкисты, БТРы. Ну, блин, ну хватит деваться-то. Сиськи. Иди, баня. Нахуй мне сиськи-то, блядь, ты мне танкисты дай пару. Нету там. НЗ. Все на запасе. Они как красные книги выбирающие. Экономия должна быть экономной. Манька, где ты моешься, Мань? Найдем. Найдем. В баню в эту не ходишь на газетный? На бумажный? А я забыла, когда... Всех в баню? А сама не ходит, не едет. А сама, да. Проебывает время. А сама не знает, где находится баня. Не, я проебываю. Ну вот сегодня работает. Кепка отделала, блядь, и волос вот. Сейчас улетает оно. На Беларуси, да? Нет. Куда? Мяу. Тяп-тяп. Мы его в прошлый раз помнишь, когда мы вот это кресло ебашили, блядь. А, белое? Белое? На каком я сидела? Тебя когда сдвинули на губе, попало, губе сейчас звонил. Там его на работу. Блин. Да, зовут на работу. Ну, он там дома, говорит, прописку делаю, устраиваюсь, трезвый. Он работает? Устраивается на работу. Собирает, да, документы собирает. А, ну, губа. А у Валерки на паспорте, да? Что? У Валерки, вот он, одноглазый. Паспорт? У меня лежит. Ну, давай быстрее проебет его. Ну, а ты себе сделала паспорт? Мне Лёха сделает, мент. Лёха сделает. Хуй он что сделает Лёха вам? Лёха матрёха, блядь. Хуй тебе что хуй сделает, нахуй. Он огорчился. Огорчился. Я запетушился. Ты что, заграничился? А колючего нигде не видишь? В каком городе был? Да, я? Амстердам. Колючего. Нет. Колючий это Вова. Подживи, Вовка. Блядь. Колючий. Волк, Саша. Ну промокло. Да вот туда вот ты Никитой Гурбин косячил. Ты смотри, что-то много у нас национальности погуляется. Ты, оказывается, депортируешь, да? На официальном виде. Позарабатываешь, да? У меня Никитой косячил. Ничего, ничего, нормально. Походу, как получится. Валерка, блядь, искал деньги. Багажа. Да, да. Можно уже его чурок забрал по 1000. Петли получил.
хороший. А этот, который помнишь, десантин был? Костя, что ли? Очкарик. Я не про тебя. Какой очкарик? Нет, я на это замечал, без оскорбления. Хорошо видать, в очках. Мелкий такой. Какой мелкий, блядь, почти двухметровый. Двухметровый, это Костя нахуй у тебя был. Лысый это нахуй? Нет, хохол, блядь. А я хуй его знаю. Который мне, меня искали, слышь, мать. Менделеевский, блядь, они находят. На вот бля, да, это так. Как его звать? Белорус. Это раз. Не белорус, а как он? Похоже. Маша с ним жила. Да, Серега. Это раз. И еще кто-то искал. Из них. Да-да-да. Не пиши Троцкий. Где Баня? Баня не хочет. Что они искали? Это что, они там эти штуки назвали? У Маньки вечная проблема. Я же вместе с ней бизнес открываю. Манька как меня не встретит, так у нее кто-то меня искал. Кто меня искал? Хай, бля, вафля, это ебаная, сюда приедет, разговаривать будем. Где? Человечески будем разговаривать. По-людски нахуй. А не то, что там, блядь, это за глаза пиздец. Сюда нехай приедет нахуй. Тут поговорим. Ой, господи, боже мой. Да, смотри, тот провод такой идет, да? Здесь можно свет провести. Вон, видишь, носки повесил? Вижу. Да, и там светильники есть. Такие можно свет здесь и устроить какое-нибудь подпольное предприятие, не только. Да. Магнитофон сюда, бля, повесить колонку и ебашить надо. Звездал? Нашел. Ну да, подрабатывает неофициально. Сука. Кокса накупить нахуй, бля, побольше нахуй. И молодежь пригласить сразу. Масольный. Ну да, кокаин сразу. Долбанулись нахуй. Не так штабелями кто скалываешь, понял? Нет, я так и все называл. Говорит, миля, мама целовала. Ай, ребята. Как вам интересно, а без вас вообще вкусно. Димон без зубы там на полянке спит, лежит. А Димон, почему Димон? Вот вчера с нами на лавках сидел. Ты его все не видела его. Дим, который ты говоришь, ты понимаешь, о чем он говорит? Дмитровского он, да. Да какой Дмитровского? Мозги, блядь, к мозгу. Димон без зубы, Дима без зубы. Ну, я понял. С какой Дмитровского? А, этой, блядь. О, которому я по козырьку сегодня лупил, нахуй там. Вот он и есть. Ну, ебальник свой закрыл, по козырьку хуярю. Дроком, блядь. Чудо-природа. У мозги мелок, мозги тоже идут. А у нас бритва осталась, нет? А? Бритва есть? В магазин-то. У нас? У нас? Чего? У нас, говорю? Нет, у Маньки. У Маньки. У Маньки нету, это я знаю. А у нас имеется в наличии. Я говорю, у нас, а, блядь, ты повторяешь, у нас? А у нас в квартире газ. А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Ага. Даже птички тут поют. И птички эти заебали, они спать не дают нахуй. Суки, ружо доставай. И ночью начинает тоже похоже. Ночью это хуйня. У меня М10 автобус. Часа в 4-5. И пятый. Пидор-воробей. А не будет нас, блядь. Пидор-воробей вот тут садится и начинает шевеление. Хоть бы кинул бы чем-нибудь, нахуй. Так его же не видно, куда бросать, хуй его знает. Ветки эти колотить, нахуй. И, сука, сидит так, и так настойчиво. Вот они, опять архаровцы. Очередной тебе билет, Валерий Батькович. Как найти Лобня дальше? Лобня. Так, садишься в первый вагон. Я понял, я до Лобни доеду. И пиздуешь по рельсам.
и ты увидишь твои любимые магазины, где ты брал бухло. Я понял, лево, вправо идти. Вперед. Как поезд ехал, так и иди. А, туда идти, понял. Да. И увидишь свои шикарнейшие магазины. Магнит, куда ты там ходил? Магнит. Да. Космос, здорово, блядь. Здорово, пацаны. Космос, блядь. А прикинь, я вчера захожу в этом, одеваюсь, короче, в смешных сценах на Станколите. В этой хуйне зашторился. Ну и голосом с этой, с Галей разговариваю. И чувак такой, а это блогер, говорит. Я его по голосу узнал. Ну ты прикинь, это кто мне там по голосу узнал? Через 40 минут сам. В 19:56 там паровоз. Ну, короче, можешь потихоньку чесать. Сереге привет. Я, может, подъеду на днях. Зад Губа туда приедет. Будьте... Губа? Так он же у мамы. Приедет зад, будете колодец копать нам. А, серьезно? Да. Понял, молодец. Ну. Он не бухает, там это... Ох, какая. Мама даже прописала его. Подали документы на прописку, на хуиску. Космос, когда ты, блядь, в баню пойдешь? Зараза ты, блядь, я такая, на. Да. Я пошел тут. Давай, там 19:56. Вот здесь заходи. Прям. Все, опять на работу отправили. Теперь а когда вернется? Ну, недельки три он здесь тусанулся. Он там месяца два пробыл. Недельки три вот тусанулся. Работал, что? Да. Опять поехал. А? Один остался. Да найдутся тут вон этих работяг сейчас бухих, хуева гора лазит. Пойдем отдохнем с полярным. Пойдем бухнем. Пойдем туда. Да он рассказывал, как вас гоняли, блядь, с подъезда, потому что там нассал. Не втерпешь. Не втерпешь. А куда эти все стартанули? На базу. На базу? А что, у них есть что выпить? Обычно туда идут, когда есть выпить. Может быть, есть. В последнее время Александр Гоу не поставил. А не втихаря. Да нихуя не втихаря. Я вот когда тут до трех ночи с ним сидел, блядь. Нет. Почему втихаря-то? Не знаю. Ты где-то лазишь. Я тут, когда у этого у ежика день рождения было, я полбутылки твою целый день носил. Всех с утра увидел, тебя нету и нету, и хуй знает, где ты был. Спал, не спал. Такая вот песня. Сейчас головой об стенку можешь ебаться. Да, это что-то легонечко одет. Пиздец, слушай, заебись было. Так. Утро на базе. Хуяк. Пошла мудак, жара. Мудак. А? Вот водку уже они пьют с магнитами. Все, похуй. А, это смотри. Маэстро. Доброе утро. С кем ты разговариваешь? Вов. А. Привет, передавай. Оксане привет. Че, они на работе? И тебе привет. На работе они? На работе и. А. Оказывается, я плохо слушаю. Блядь, ты перед мне отвечаешь. Вот у них крыша такая, дождик немножко моросит. И это там. О. Живой как уголок. Да. У нас как там все как положено. Да. Жидки питаются.
Это главное, самое главное. А что там у нас этот, как его, Абакан? Нет. Альберт это кто? Кто? Альберт. Альберт? Не знаю Альберта. Вон. Не, не знаю. Это, как там этот? Абакановский, наш Саня. Жив и здоров? Утаха. Саня. Саня Абаканский. Вам передай ему. Погодка сегодня не очень. Когда ну, будете? Не климачит нихуя. Ну да. Такие кроссы у меня. Та-да-да-дан. И штаны с этими. У нас идет маленькая. Превращаются в шорты. Еще они, короче, две молнии тут. У два шорта еще. Хочешь длинные? Ну, хочешь длинные, хочешь короткие. Карманов 815 штук. Ты, короче, деньги скрываешь, потом хуй найдешь. Ну да. Может, что за новое? Вот. К злым людям не пойдет кошка никогда. Трехцветная. Кс-кс-кс-кс. Бери мяско. Бери. Кс-кс-кс-кс-кс. Эй, Мурка. 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 Мур. Мур-мур-мур-мур-мур. Уйти какая. Кс-кс-кс-кс-кс. Ешь мясо, еб... Каждый день заходит сайт. Гость там приходит. Ух, кого там увидела? Да на гля птичий тут ловит, нахуй. Бери, бери мяско. Эй! Иди, иди. Где оно есть, блядь? Да. Ешь, пизда. Не строевая. Ага. Пошла. Зараза, блин. Ага, нашла. Ну, кошку покормили. Чуток шашлычком. Приятного аппетита, Мурка.